Близько 300 дітей стали учасниками свята у терпінні, яке було організовано сільською радою при підтримці благодійників. Это ученики 1-4 класса, это дети села Федоровка мы привезли, дети села Пивничного, с элиты мы людей подвезли, села Заречного, то есть, чтобы на таком вот уровне провести этот праздник. Чтобы его провести хорошо, у нас есть и спонсоры, это благотворительный фонд «Феникс», который будет представлять аматоров и будет еще выступление. Спонсором выступают еще и учредители СМК «Дружба» в лице Масалова Василия Николаевича, которые купили сладости для всех детей, мороженое будет. Малечу розважали творчі колективи місцевого будинку культури, які продемонстрували чарівну казку та порадували яскравими концертними номерами. Гарного літнього відпочинку дітлахам побажала терпінівський сільський голова Наталія Овсяннікова. Щоб у вас було хороше настроєння, щоб ви отримали заряд бодрості, енергії на все літо, щоб літо вам удалось, чтобы вы оздоровились по возможности. С праздником вас, дорогие родители, дорогие дети. И я хочу сказать, что сегодняшний праздник, я думаю, с вашим участием, он запомнится вам надолго. Такі заходи на території Терпінівської сільської ради є традиційними. Та у селі дбають не тільки про розваги для дітей. Сельского совета утвердила списки 30 детей, которые за счет средств сельского совета, это дети из малообеспеченных семей, из многодетных семей, завтра отправляются в детский лагерь отдыха юбилейный в Приморск, где они в течение 10 дней будут отдыхать за счет средств бюджета сельского совета. Після насиченої концертної програми малеча залюбки гралася з аніматорами та смакувала морозиво.